Позиционная атака на брутянке. Пас хороший, не спортивно, можно обвинить, удар неплохой, хороший. А у Беску на мастере игрока. Не часто здесь такое увидишь. 1-0 становится на 9-й минуте матча. Забивает Добручанка. 1-0 в пользу хозяек этого замечательного стадиона. И поздравление у нас принимает Аутуга. То есть у Беску Динамо на игрока даже больше. Не часто такое футбол увидишь. Сейчас подбоизывается этому фирму. Коснемся результатов матча во всех наших видео. Сейчас становится 2-0. Не разобрались игроки Брестского Динамо. Кучинская. Ну, Кучинская понял, что если низом не проходит, надо вот так закосить вверх, Манисковцева. И все-таки не поражает ворот пандами с игроком. Там, кстати, у нас пиво сейчас. Другой позиции важно не пропустить мяч, все-таки разобрались. Бежа, Гавеша, сам. Ну, интересные факты тоже вам сегодня сказал. Эмобор Прэшес. Эмобор Прэшес забивает третий мяч. Вот так вот за шиворот получается. Может пройти в один плачки. Не хочется видеть голкипера. Голкипер сегодня очень хорошо защищает свои ворота, но... Диана 2-0. И на 41 минуте 3-0. Еще сделаем Эмобор Прэшес. Мяч у Бобруйчанки. Так, дальше пас. И все-таки Клочкевич до мяча добирает. Именно эти встречи, где будут заочно разыгрываться бронзовые медали. У нас такой Брестская Динамо, Виктория Наумович. Виктория нужно бить. Удар по воротам хороший, но и хороша Татьяна Маховская. Кучинская остается вот в линии атаки. Пас Анисковцева. Надо забивать четвертый. И Зоя Горбунова делает еще 4-0 на 58-й минуте. У нас счет становится 4-0. И уже поздравляем Зою Горбунову. Я говорил в первом тайме, что отличились уже все легионеры. Игроков есть, которые могут покинуть поле. Именно позиция Кристины. А здесь надо забивать, наверное, пятый, но все-таки пробила мимо у нас. Подача перекладина звенит. Очень опасный момент был. Забивание, и все-таки мяч не будет в воротах. Но... Хорошая передача. Горбунова. Не надо давать ей бить. Я, кстати, говорил, что такому мастеру, как Зоя Горбунова, нельзя давать много свободного пространства. Еще остается в запасе у Брестского Динамо. Я думаю, что мы Владу тоже можем увидеть сегодня на поле. Клочкевич хороший сервис, но все-таки забьет на добивании. Очень обидный мяч. Жаль в таких случаях голкипера. Молодец, Евгений Клочкевич. Ты молодец. Я надеюсь, ты меня потом услышишь. И все-таки не будешь расстраиваться из-за этого взятия ворот. У нас игрок. Ну и все, на этом 5-0 с таким счетом завершается эта встреча. 5-0 победим. Спасибо большое. Меня зовут Алексей Куныш. До новых встреч на женском футболе. Всем пока.